Пришла пора летних пирогов со свежими ягодами и фруктами. Перед вами один из моих любимых. А все потому, что сочетание сладкой творожной начинки и кисло-сладких вишен изумительно. Для усиления аромата пирога можно использовать ванильный экстракт или ванильный сахар. Выпекайте до красивой корочки, но готов пирог будет только после полного остывания, он уплотнится, немного сядет. Чтобы тесто не вздувалось во время выпечки, обязательно накалите его вилочкой. Все легко и вкусно, пробуйте. 1. Подготовьте продукты. Песочное тесто приготовьте по любимому рецепту, я делаю классическое из сливочного масла, муки, желтка и щепотки соли. 2. На рабочем столе раскатайте тесто чуть больше диаметра формы. С помощью скалки перенесите его в смазанную маслом форму. Прокалите вилочкой, уберите форму с тестом в морозилку на 15 минут. 3. Включите духовку на 180 градусов, пусть прогревается. Соедините яйца с сахаром, венчиком взбейте немного. 4. Добавьте творог, перемешайте хорошо, разбивая крупные комочки. Хотите совсем однородный крем? Тогда воспользуйтесь погружным блендером. 5. Добавьте крахмал, тщательно перемешайте. 6. Перелейте творожную массу. Из вишен удалите косточки. 7. Распределите вишенки, поставьте тарт в духовку на 45 минут до образования золотистой корочки. 8. Готовый тарт полностью остудите, после чего можно извлечь из формы и порезать на кусочки. 9. Оформите вишневый тарт сахарной пудрой. Приятного!